Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить Stalker Зов Припяти с дополнением Мизери. Какие у нас на сегодня планы? Так, ну, во-первых, найти газ. Где? Не показывает. Так, тогда давайте поговорим с Сычом. А чё ты тут? Здорово, Сыч. Ну так, для начала. Что у тебя есть? Кстати, я прикупил курточку. Я ее улучшил. Как видите, я почти нищий. Всего лишь 5000 в кармане. Так, мне нужна информация. Где искать газ? 2000, ну ты ублюдок. Ага. Спасибо. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Так, ну, нам походу по пути. Это вот здесь вот. Надо нам мост пройти. Тут будет немножко проблематично, но ничего. Да, нам по пути. Пройду мимо портовых кранов. Здравствуй, сталкер. Загляну, может, тремора найду там. Так, фонари можно вырубать. Что там у меня с весом все нормально? Блин, все херово. Простите, я сейчас отгружусь. Вернемся на это же место. Ну вот, мы продолжаем. Я загрузил все, что можно было. Теперь немножко полегче стало. Так. Вот у нас, как вы видите, две пушечки в отличном состоянии. Причем этот калашик современный. Вот тут классификация оружия довольно странная, но... Так, призы. Добро пожаловать в сталкер. Так, ну тут вроде никого. В прошлый раз мне тут по дороге встретились бандиты. Вот. Не, ну это сталкера вроде бы. Вроде проблем не должно возникнуть. Тремор. Where are you? Давайте калаш достанем, включим его на автоматику. Нет, тут кто-то уже шарится. Так, насколько я знаю, он должен быть здесь. Данила. Ого. Хорошо живешь, Данила. Твою мать. Тремор. Не знал, что скоро до меня доберешься. Тремор, может, объяснишь? Я уже ничего не хочу объяснить. Ты убил глухаря. Зачем ты это сделал, Тремор? Он был хорошим парнем. Зачем? А, ты болеешь? Короче, я все понял, хватит. Давай, кончай. Молодец. Вот и все. А где Даня? Черт. Это, конечно, звучит сейчас тупо, но у Дани была такая классная пушка, а? Где он ее бил? Скотина. Так, ладно, хорошо. Вот это значит Данила, друг его. Печально так все с ним закончилось. Так, а вот и наш мост. Там снорки.
Или это плоть? Это плоть. Чёртова плоть. Верхом идти плохая идея. Там могут быть бандиты. А снизу снорки. Так, ладно, пойду верхом. Ну, сохранюсь, пожалуй. Или уже встретимся около моста, я промотаю это. Вот я, собственно, наверху. Сейчас аккуратненько пробираемся тут. И тут могут быть бандиты. А бандиты у нас народец подлый, гнилой. Нет, пока, пожалуй, с АКМом покажу. Так, подышать нужно. У меня опять, наверное, перегруз. Ну, хер бы с ним, как говорится. Мне главное сейчас этот квест пройти, а все остальное хер. Ну, закладывать, так сказать, бомбу я пойду в следующей серии. А тут пока доберусь туда. Наверное, опять промотаю. Так, вот мы на мосту. Я еще раз сохранюсь. Можно идти. Будем двигаться по гаечкам. Я что-то я не увидел, куда она полетела. Вот, херово. А там? Там аномалия. И тут аномалия. И тут аномалия, блин. Вот тут нету. Нет. Тут есть. Чёрт. И как? И как здесь пройти? Чёрт бы вас подрал. Тут всё в аномалию. А ну в жопу. Так. Надо искать обходной путь. Тут пойти что-то стало нереально. Что-то я запамятовал этот момент. По-моему, тут можно было пройти. Так, ну тут надо аккуратнее. Это бандиты, по-моему. Давайте сохранимся. Ну тут, по-моему, можно было еще подняться. Если я не ошибаюсь, конечно. Да, вот здесь. Так, нужно опять болты приготовить. Никакой кнопки, не шестерки, они не хорошо. Прекрасно. Так, первая машина. Ей надо пробиться. Так, ключ. Есть ключик. Так. Хорошо. Вот там еще. Но туда, по-моему, тоже не пройти. Или можно? Сейчас попробую.
по трубам. Ой-ой-ой. Это что-то вообще херово. Блин, и тут, слышите? Ой, блядь, я в аномалию попал. Так. Это я проглядел, походу, извините. У меня за такие приколы. Это я проглядел, походу. Так, тут ничего нету. Ничего нету. Тут, может быть, что есть. Я нифига. Жалко. Так. Ага. И тут вот. Хорошо, один ключик подошел. А со вторым беда. А где у нас второй ключ? Ой, стоп. Тут еще в салоне что-то. Не, все, больше ничего. Может тут где-то. Нычка. Так, сохранимся. О-о-о-о. Кажется, я понял. Надеюсь, я не убьюсь. Да, конечно, убьюсь. Что за, блядь, вопросы тупые? Так, ну в крайнем случае. Ой, блядь. Живой? Ё-моё, прикиньте, живой. Вот это я вообще демон. Ну-ка. Используем аптечку, сейчас подлечимся немного. Так, надеюсь, это все счастье я не зря проделал. Именно. Вот он, второй ключ. Так, подъем наверх я, пожалуй, промотаю. Вот, блядь, вот я дурак. Можно было и тут спуститься. И встретимся уже там, возле контейнера. Вот и я, собственно, мы продолжаем. Я с Микой подобрал ключик. Побежал вот туда наверх. И, собственно, поднялся сюда. Так. Вот он. Газ. Прекрасно. Теперь мы можем разобраться с словом кровососов. Так. Короче, в следующей серии мы встретимся на Скадовске. От Скадовска уже двинем разбираться с кровососущими. С вами был Марс. Всем спасибо, всем пока. До новых видео. Все, музыкальная пауза.